вот такая красота на Занзибаре. Красиво. Тропическая растительность, буйненькая. Вот справа банановые рощи. Вот в таких домишечках они живут, занзибарцы. Друзья, вот в один из дней мне надоела пляжная всякая жизнь, и я решил проехать, посмотреть на дикие пещеры, которые находятся вблизи пляжа Нонгве. Но дикие почему? Потому что, как правило, они не оборудованы. Конечно, там есть гид, конечно, там взимают плату за это дело, но они абсолютно не оборудованы. И что интересно, эти пещеры находятся не просто в одном уровне, приходится опускаться, приходится подниматься выше, ниже. Температура высокая, влажность высокая, поэтому чувствуешь себя не очень комфортно. Ну и тем людям, которые обладают какой-то клаустрофобией, лучше, конечно, туда на экскурсии не ходить, потому что будет немножко страшновато. Через 600 метров информатор сказал: поворачиваем налево. Ну, приходится ему верить. Поверните налево. Вот такой вот я весь мокрый, мокрый, но довольный. Супер! Экскурсия супер! Шеф экскурсовод супер! Okay, so guys, you are very welcome. This visitor visiting our cave also, he enjoy very well. And also our cave is bigger. And between all the cave in our country here, we have a big one. So come, you should to visit here and then to enjoy very much. You're very welcome. What is your name? So I'm Ali. So I'm a guide of the cave here, and also my father found this cave. I mean, my father so make all the villagers to see the big cave, something like this, and now we get the cherries in order to enjoy in. Yeah, I'm Ali Waziri, and I mean Mr. Waziri, he's founder of the cave. Yeah. Ребят, ну какая особенность? Ну, во-первых, сюда приходите, вот в этом маленькое бунгало. Здесь есть книга. Букс, регистрация, каждого записывают, имя, фамилия, расписывается, что он там головой не стукнется. Yeah. Пацаны смеются, один я стукнулся. Вот, дают фонари, хочешь, забирай все фонари, берет все фонари, идет. Выдвигаемся, ну, такие вот мелкие тут какие-то заросли. Козы там шумят. А вообще так очень жарко. Я думаю, что 30 градусов. Ох, ребята, какой баобаб, какой баобаб! Вот он, баобаб, доктор всех африканцев. И сок, и кора, и плоды. Все используется для здоровья. Баобаб. Опа. Скажи, а змеи здесь водятся? Нет. А обезьяны? Тоже нет. Что-то здесь совсем никого нет. Интересно, интересно. А элефанты? Да, в Тарангире. Тарангире, Нгоронгоро элефанты, Аруша. Опа! Так. Ух ты! Вот эти вот. Такие висят корни. Три.
Да. So, these are big stalactites, and the stalactites usually from up. Stalagmite from down. Stalagnat, it is joined. I mean together. When the stalactites and the stalagmite join together, we call stalagnat. This stalactite, это фалос? Фалос? This is stalactite. Stalactite, yes. For ground, вот это, вот это сталагмит, yeah. And also we join together stalagnat. So also the stalactite, it's made from the water. Have you seen this water? And this water, when it drop down, they make stalagmite. This one, this is stalagmite. Yeah, yeah. And this one, some crystal. And this place, the water had passed here before, and then when the water dry here, they make this crystal. Что это танзанит? Yeah. Ой, какой рай, так красиво, супер. Так. Okay, let's go. Let's go. Сталагмит. Yeah. This is stalagmite. Маленький little сталагмит. Так. Он только формируется еще, Он будет вот так вот будет расти. Yeah. So. So, да? The water they like to beat in here. Yeah, and also they grow this stalagmite. Вот отсюда вот капает. Yeah. Так, пошли. The crystal. Да. Прямо stars, да? Stars. Yeah. Супер. Beautiful. Так. So this is ships. This акула. Да, это шарк. Шарк, yes. Рот. Дантес. О, шарк. Акула. 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 Акуна матата. Акула. Си, это шарк, да. Шарк. Называется. Я хорошо. Папа сами понимаешь, что хату Шарк. Опа-па-па-па. Опа. Так. So have you seen? Это hand. Perfect. Правый. Это, да. Да, hand. Правильно. Мамка боска. So wait a minute. So this is shapes. This is like a head. And so on. Черепах. Тортил? Черепах. Черепах. Yeah. Do you know черепах? Ну, тортил, поле-поле. Поле-поле. Черепах. Черепах from the sea. From Russia? Yeah. Черепах. You know, черепах, the word from Russia. Ну да, from Russia. Yeah. Yes, хорошо. Черепах. Черепаха, так и Russia черепаха. Si. Russia. А English тортил. Тортил, да. Так. Yeah. Понятно. Черепаха. Ух ты. Like a boobs. Have you seen? Hello. For women. Yeah, for women. Сиси. Yeah. Сиси или Раши? Сиси, по-русски, сиси. Окей. Сиси. Ой, какие маленькие little сталактиты. Little. So here there are stalactite, stalagmite, yes. Stalagnat. Да, stalagnat. Yeah.
уже секс, секс у них. So this crystal. Кристалл. Сталактит плюс сталагмит. Сталагнат. Сталагнат это секс, секс, сталактит. Да, супер, супер, супер. Так. Так, ну этот, я понимаю, уже последний зал. Зал такой обширный. Посмотрите, какой он обширный зал. Метров, наверное, 5 в высоту и метров, наверное, 20 в длину. Так. Улитка. Улитка? Yeah. Так. This one, like a horns and... А, yeah, yes, yes. Улитка, сейчас я улитку покажу. Улитка называется. Bunch your head. Bunch your head. Ага, улитка. So, come here, please. Come here until here and then to take. А, здесь? Да. Улитка. Улитка. Слушай, смотри, color, 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 green color. Yeah, green color. Цветные, green color. So, hot, cold. Cold. Понятно. А hot будет red. On your head, please. Ага. Опа-па. Ухо здесь, это что-то, что такое? Так, надо. So this one. Уй-ой-ой-ой. Boobs of the cows. Сиси, сиси, сиси. А это? Это? So I don't know, this is a crystal. Кристаллы, может быть, это этот самый... In sea, вот этот кальмар, кальмар, кальмар. Yeah, it like it. But in English, octopus. Да, 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 да. Ой, color, green, ребята. Green. Так, эти теперь сиськи. Сиськи коров, овгов, да? Давай, так, так, тук, 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 держи-ка. Опа-па, как тут, вот так круто. Вот это говорят сиси коров. Так, что, опускаемся тут? Я буду держаться вот так. Сиси коров. Опускаемся куда-то вниз. Здесь. Ага, перила есть, видишь? Опа, нормально. Нормально. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Как красиво! Ух ты! Супер, супер! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Вот это вот! Вот лайт вот сюда, вот, ребята, лайт, ага! Вот посмотрите, какой свод, ребята! Какой свод! Какой свод! И что интересно, в этой пещере встречаются цветные, зеленые, грин, сталактиты. Сталагмит и сталагнат. Грин. Yeah. А другой колор, там red, yellow, нет? Нет? Other light. Yellow, right, нет? So no? We have a yellow, we have a pink. Да! Супер, слушай! Ты как красиво! Как красиво, ребята! Как красиво. Слушай, а вот этих здесь нет? Пи-пи-пи-пи-пи-пи. So, yeah, we have. Yeah, yeah we have. Yeah. Yeah. We pull back. Хорошо. Mm-hmm. Да, пошли, пошли mm-hmm. туда. Yeah, we have. Is your problem? Так, говори. English, давай. Let's go. Говори. So, let's go to see the bird. Ой, 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 как бьют и фу, ой, бьют.
ты. Ой, 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 ой. Ребята, как голову все вижу, да. Так, красиво. Так, 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 так. Сейчас я вот так вот, знаешь что? Фоми. Фоми, вот. Вот на этих вот. Вот на меня, на лицо. О, я весь, вот, вот, нормально, супер, да? Don't touch, супер. Please. Ага. Don't touch, don't touch. Нельзя? Да. Yeah. Don't touch, don't touch, please, the crystal. Crystal. So, if you touch, you destroy that. Ага. Yeah. Все, давай. О, Паш, супер. А если я услышу, что ты его фаму? Ай, папа. Bend your head. Head? Здесь уже такая, ребята, узость. Узость, низость. Уже пот от меня течет, я чувствую. Я сейчас вот себя сниму, уже я весь обтекаю. They say baby stalactite. Baby stalactite. Baby. Pink. Да, да, yeah. Да, си, си, си. Pink. Uh-huh. Pink and up yellow. It's yellow. Yeah. Видите, другого цвета уже. Розовый и желтый. Yellow – это по-русски желтый. Uh-huh. Желтый, а это пинку – это розовый. Uh-huh. Розовый фламинго. Пошли. Класс. Да, вот это гроты, ребята. Посмотрите, какие grand size. Size. О, вот они, вот они. Вот они, пи-пи-пи-пи-пи. Мыши. По-русски это мыши. So put something like this. Let's go. Bend your head, please. Только голову пригибай. Видишь? Очень низкий свод. Опа! Уба! Okay? Yes. Стук, стук. Okay? Голова.
Okay, нормально все, нормально. Stand here now. О, stand. Нормально все. Okay, stand. Okay. Are you okay? Да, нормально. Okay. Okay. No. No way. Опа-па. No. No way, я не могу. Вали, али, у кайи сау кино, у тупа, ла па юго, вали. Па юго, вали. Ла ми нишай юго, вали. Опа. Гидуа, смоя, юго, гидуа. Ну, в общем, головой один раз пришлось стукнуться мне. Опа. На фонарь. Опа. Так, здесь. Давай. Опля. Опа. Тут тоже головой. Go ahead. Okay, right. Еще момент. Вот такой вот я весь мокрый. Мокрый, но довольный. Супер. Экскурсия. Супер. Шеф, экскурсовод, супер. Вот. Okay, so guys, you are very welcome. This visitor visiting our cave also, he enjoy very well. And also our cave is bigger, and between all the cave in our country here, we have a big one. So come, you should to visit here and then to enjoy very much.